Balcony TV, Россия, Саратов, балкон торгового комплекса Манеж. Сегодня у нас в гостях Станислав «Грань жизни», и с ним сегодня пришла исполнительница Маша Мэри Ви, которая подарит вам композицию, которая называется «Для нее». Слушаем. Спасибо. Упал первый лист уже, за окном осень, на лице улыбка, сердце стучится очень. Спросишь, почему, с легкостью отвечу я, потому что в этот вечер я увидел тебя в той сети, где встречаются сердца, ага. Увидел я необычайной красоты глаза, эти глаза сильно запали мне душу, когда не вижу их, сердце рвется наружу. Согласен я доверять тебе свои улыбки, все секреты и не совершать ошибки. Хранить тебя, как солдат хранит автомат, как звезда кино, чтоб сердца бились в такт. Он готов с ней рядом быть, он готов ее любить, откроет перед ней к сердцу дверь. Только не надо отталкивать теперь. Он готов с ней рядом быть, готов ее любить, готов ценить ее взгляд, чтоб сердца бились в такт. Вот снова монитор и кофе предо мной, мысли в голове наедине с самим собой. Решил написать тебе пару строк, надеюсь донести волшебство моих рифмоблок. Я знаю, что утром мы увидимся вновь, и от этой мысли в моих венах закипает кровь. Как жаль, что сейчас мы с тобой не вместе, но ничего не сделать с этим, хоть тресни. Ты в моей голове играешь, как симфония, с тобой рядом душа моя в гармонии. Ты рядом, и время не имеет значения, когда далеко оно, как легкое течение. Все уже сказано, все для тебя спето, можно добавить сюда миллион куплетов, но ты ведь знаешь, милая моя, что этот трек я написал только для тебя. Он готов с ней рядом быть, он готов ее любить, откроет перед ней к сердцу дверь. Только не надо отталкивать теперь. Он готов с ней рядом быть, готов ее любить, готов ценить ее взгляд, чтоб сердца бились в такт. Он готов с ней рядом быть, он готов ее любить, откроет перед ней к сердцу дверь. Только не надо отталкивать теперь. Он готов с ней рядом быть, готов ее любить, готов ценить ее взгляд, чтоб сердца бились в такт. Balcony TV, Россия, Саратов, у нас в гостях. Напоминаю, Станислав, «Грань жизни» и Мария Мэри Ви. Станислав, скажи, пожалуйста, да. «Грань жизни», какая она для тебя и где она находится? Ой, это вопрос такой распространенный, можно сказать. Чаще всего, конечно, спрашивают, почему «Грань жизни» именно. Песни, как вы все заметили, лирические, для молодежи где-то лет от 16 до 18, ну, где-то, может, и постарше. И обычно надо что-то разделять между любовью и жизнью. И поэтому и назвались мы «Грань жизни», прям именно посередине. Вот жизни. Любовь и есть та грань, да, действительно? А вот на что вы бы готовы были ради любимого человека? Честно, вот вам пример. Песня была записана только ради любимого человека, который эту песню уже только вчера оценил. Только вчера мы на студии эту песню записали. Сегодня вы первый, кто слышите. Дебют, новинка, премьера. Вы только первый, кто слышите эту песню. Конечно, после любимого человека моего. Ну, в принципе, еще что сказать, я не знаю. Но она счастлива была? Конечно, счастлива. Там столько визгов, писков было. Я слышал отголоски этих визгов, писков по нашему любимому городу Саратову. Ну и, конечно, вопрос, который мы задаем чаще всего нашим гостям Balcony TV. Сколько песен уже есть? Совместное творчество уже вторая, да, две песни у нас уже получается. Мы пишем новый альбом «Цена любви», совместный, это вот будет совместный альбом «СТ-64 и Мэри Ви». На следующей неделе у нас съемки клипа. Когда вы уже увидите эту передачу, наверное, уже клип выйдет. Так что смотрите в сети, ВКонтакте. Где? Как найти? ВКонтакте / «Грань жизни» или ВКонтакте / Мэри Ви. И вы все найдете, ребята. Где вы познакомились с Машей? В интернете. Также в интернете. В интернете, друзья. Ну и совместное творчество, оно просто сближает людей. Заходите на страничку Станислава «Грань жизни», страничку Мэри Ви, слушайте хорошую музыку, любите друг друга и найдите свою грань. Пусть это будет любовь. Balcony TV, Россия, Саратов, балкон торгового комплекса «Манеж», «Грань спасибо, жизни», Саша. Маша спасибо. Ви.
Back in ETV.